Здравствуйте, дорогие друзья. Я вам хочу перед началом нашего видеосюжета показать одно видео от Алины «Время помогать людям». Сейчас ребята на выезде, причем Амазас поехал на донецкое направление, а Алина поехала помогать беженцам в Херсон. На пункт временного размещения была атака, прилетели ракеты, погибло много людей. Давайте Алиночку послушаем. Она впервые поехала на новые территории и вот с таким столкнулась. Сейчас будем выдвигаться в пункт временного размещения, чтобы гуманитарку отвезти. Сегодня было утром 3 прилета. В новостях, наверное, уже показали их. Это было в паре кварталах от нас. Прям я так наплакалась. Очень страшно, очень много там жертв, потому что попали в пункты временного размещения. Сообщает Маш, СБУ начали терроризировать Краснодарский край беспилотниками и письмами с угрозами о взрывах элитных отелей в курортных городах. По нашей информации, 8 июня в 100 километрах от Туапсе радары засекли два БПЛА ВСУ, которые осматривали местность. В это время на почту администрации Сочи пришло письмо от запрещенного РДК, в котором говорилось, что члены радикальной организации скоро будут взрывать элитные отели города и аэропорт. Также радикалы в письме анонсировали прорыв в Абхазский регион. Проводится проверка, сообщает Маш. Сегодня соцсети взорвались от сообщения о стрельбе в одном из отелей Анапы. Как сообщает Кубаньмаш? Он только что стрелял в людей. Мальчику ампутировали два пальца. Этот человек теперь говорит, что ему плохо от того, что он расстреливает людей в отеле Мурими. И вызвал скорую. На территории отеля происходила драка. Сначала я вышла, потом он вышел. Мы пошли искать нашу подружку. Выбежал человек с пистолетом, приставил его сначала ко мне. Я не поняла, что вообще произошло. Он уже подошел к нему, выстрелил. У меня муж потерял два пальца. Его жена и любовница, я не знаю, кто у них, разные фамилии, она стала мне кричать о том, что он убьет здесь всех, он убьет здесь детей, беги, если хочешь жить. И потом я уже услышала выстрелы, и уже бежал мой муж в крови, и тоже говорил, беги. В общем, от души желаем всем скорейшего мирного неба, чтобы, как говорится, это все закончилось, было все только хорошо, ярко. И пускай даже не солнечно, но главное, чтобы мирное небо. Мы находимся сегодня в Анапе. На часах у нас 10 часов 20 минут. Это Максим. Меня зовут Юрий. И мы прогуляемся по Джумате. Первый проезд. И посмотрим, как тут обстановочка. Зайдем в столовую, покушаем. Посмотрим, что по ценам. В общем, вам все расскажем и покажем, чтобы максимально было полезно. Первое, что я хочу сразу обратить внимание. У нас администрация высадила на клумбах цветы, наконец-то, здесь, вот в районе первого проезда. Мы, кстати, стоим возле самолета Гулаева. Сзади меня находится, он сейчас так соснами зарос, его особо не видно. Значимый памятник. Туда дальше находится санаторий имени Гулаева для детей. Вот. За клумбы похвалили, теперь давайте за амброзию похвалим. Посмотрите, какие заросли великолепные. Прям вот аллергики все скоро скажут огромное спасибо. Она уже, видите, набухла. И скоро-скоро полетят пыльца, и будет люди много задыхаться. Ну а так, вот эту зону привели в порядок, стало красиво. Не хватает только лавочек, мусора и много чего еще, чтобы было совсем все как бы в этом мире хорошо. Ну, все по факту, все как есть. Людей уже предостаточно. Мы еще вот пока пришли, я вот эту новость получил о том, что там произошло. И пока просматривали, здесь было пустынно. И потом вот так по щелчку пальца, походу, у всех закончились завтраки в all-inclusive, и люди вышли уже на прогулочку. Но в Джумате работает абсолютно уже все. Я думаю, закрытых ролетов мы сегодня не увидим. Даже вот здесь, видите, в отдаленном месте рыночки функционируют в полном объеме. И люди снуют туда-сюда. Здесь имеется магнит-косметик, обычный магнит, то есть наполненность тоже средствами торговли большущая. Продают фисташки 250 рублей за стаканчик. И также миндаль продают по 200 рублей. Движуха, да? Даже очередь за мороженым. Это утро в Джумате, друзья мои. Цены на квасики, напитки. Ну, что видите, ребята. И популярностью пользуется вот именно мороженое славится. Они в этом году в Анапе наставили много торговых павильончиков. И все, в принципе, работает. С левой стороны там находятся столовые, заведения. Все недавно их показывал в своем обзорчике. Сегодня на них акцентировать внимание не будем. Покажем одну из столовых.
море и сам первый проезд, чтобы как можно больше информации вам узнать. С той стороны хороший шашлычок жарит, очень улыбчивый мужичок. Обожаю снимать пешеходные переходы, когда люди вот так вот идут целенаправленно, с хорошим, главное, настроением. Ну и давайте глядеть по сторонам. Свежее мясо, аптека, друзья. Ну, то есть, ну, все работает. Там Пятерочка еще находится. За Пятерочкой есть платная парковка. Если вдруг вы ищете семейную винодельню с правой стороны, табаки, не табаки. О, неужели ты открыться решил, что ли? Вот это да, бывает же. Здравствуйте. Здравствуйте. Рассказывайте, что почем? Рассказать? Привет всем. О. Море Полурин. Да, год не виделись. Да. Ну, что почем? Давай у тебя, чтобы мы людей не отвлекали. Черешня 250, абрикос 180, помидор 150, 120. Еще что? Ага. Виноград 150. Отсюда поехали. Лук. А, лук 80. Огурцы. Огурцы 90 рублей. Яблоко 120, персик 200, 150. 220. О, вот эта груша почем? Груша 250. Клубника? Клубника 250 килограмм. Ага. От дождя поднимается цены, Юрачан. Слушай, а вот такая вот черешня? Попробуйте хотя бы, скажи, чтобы вкусно. А сколько? 250 рублей. А дыня? Дыня 140 рублей, это узбекский. Пока дорогой, сейчас скоро будет дешевле. Есть еще 100 рублей. Вкусная прям. Да, вообще. Реально, понравилось. И под 100 рублей, да, Даня? Да, вот 100 рублей. Ну и армянский сникерс? Сникерс 50 есть, 180, 80, 130 есть. Отлично. Ну тебе хорошая работа, рады встрече. Наконец-то появился. Всем подписчикам сюда. От души. Вот так вот надо встречать блогеров на своих точках. И тогда люди увидят как бы хорошие эмоции и придут обязательно к вам покупать вашу продукцию. Ну, а так вообще все работает на Джимате. Я ждал, когда наши ребята, как говорится, фрукты, овощи, начнут работать и будут создавать вам классное настроение. Вы тут с ними столько всего интересного, как говорится, получали от отзывов, то есть от голых продавцов. Ты помнишь такое видео? Нет, это там другие ребята впереди. Потом они снимались сугубо в одежде. Ну, пожалуйста, с ценничками можно посмотреть тоже. Это очень приятно, когда так. Кофе на сиськи. Я не смог пройти мимо, пойдем задать им вот это вот прям огнище. Девушка, можно попросить улыбнуться нам? Поближе чуть-чуть. Прям не хватает размера на сиськи. Просто. Я думаю, в этом году вы накопите. Смотрим, шашлык продают. Все, настроение. Это сделал, короче, мой день. Вот так вот. А вы говорите блогеру, ребят, я собираю, на что я собираю. У меня все есть, не надо мне больше ничего. На мирное небо, давайте донатить. Тоже, слушайте, это одна фирма, походу. Ну, просто разные точки стоят. Фрукты, овощи с разных сторон продаются. Вот видите, после дождика здесь небольшие лужицы присутствуют. Ну, не сказать, что критично. Это, так сказать, минимально возможно. Столовая, гостевой дом Ева с левой стороны у меня есть на обзоре. Под Джимате у меня уже тоже приличная обойма гостиниц накопилась. Так что просто набирайте Азаровский Джимате, гостевые дома, и вам YouTube все это выдаст. Столовую тоже отдельно вам снимал. Видео есть, можете глянуть. Ну, лучше не критично, еще раз говорю, прям не пугает. Торчики здесь, конечно, минимальные, но пройти, в принципе, возможно. Сколько всего и сколько ароматов это все приносит. Я имею в виду там фрукты, кофе, где-то какой-то шашлычок уже жарит, мужичок пиццы. В общем, ароматов великое множество. Ты идешь такой, наслаждаешься, думаешь, какая красота, друзья мои. И самое главное, что людей становится все больше, все счастливые торговцы становятся. Уже никто не злится. А наоборот, радуется, что все происходит и все, что должно, дай бог, чтобы случилось, но только хорошее. Гриль-бар, здесь Ромео, тоже хорошие отзывы, ребят. О, открылась вот эта столовая. Мы ее в следующий раз подснимем. Здесь также фрукты, овощи продают. Ну, кстати, по всему, смотрите, периметр сделали такие столбики, я так понимаю, чтобы людям было где ходить и машинами все не заставляли. Здесь сидят, едят, это база отдыха спортивная. Так вот, дебат, с какой стороны им проезжать, как выбирают.
В общем, друзья, капитальная красота. Коста-Альта. Гостевой дом и столовая снизу. Собственно, мы сюда и идем. Смотрим с этой стороны на улицу Виноградная и туда уходит. Красота, дорогие друзья. То есть, смотрите, сколько веселых людей, ребята. Это прекрасно, на самом деле. Так, столовая. Идем смотрим, поедим и посмотрим, что здесь интересного будет. Давайте, Максим, ты себе набирай, что хочешь, а потом я пройду, пробегусь уже, и мы увидим с вами. Добрый-добрый день. У нас девочки такие же общительные, как в прошлом году? Конечно. Ого. Хочешь что-то рассказать вам? Да, нам все надо рассказывать. Можно вот так вот попоказывать, что у вас... Смотрите, это у нас шашлык со свинины. 90 рублей за 100 грамм стоит. Также есть шашлык на шпажке. Это у нас курочка и картошка. Мясо по-французски. Свинина. Здесь идет цельный кусочек свинины. Так, покажу. И под сырной корочкой с помидорчиком. Это рыбка под крабовым соусом. Филе судака. Вот сырной шапочкой с крабовым мясом. Здесь кеп у нас жареный. Далее у нас идет куриная отбивная в кляре, куриный рулет с грибами, куриный окорок, котлетка по-киевски, шницель, куриная котлетка, мясная котлетка, свинина, говядина. А это веер из баклажанов. Такой вот красивый здесь баклажан жареный. Помидорчик и все под сырной корочкой. Еще у нас очень вкусная узбекская кухня. Повар у нас вообще просто отменный. Опыт работы более 10 лет. Узбекская кухня шурпай с говядиной есть 300 грамм. Большая порция 140 рублей стоит. Также есть шурпай из баранины и махара из говядины. Все это очень вкусно. Добавляются овощи, очень много мяса. Все просто... Бульон, очень наваристый. Отлично, когда я могу помолчать. Цена вопроса. Самса 100 рублей. Остальные вот блюда у вас лежат, это ваши или нет? Это выпечка «Космос». Анапа, я думаю, уже все знают. Угу. Эта выпечка очень вкусная. Молочный коржик 50 рублей, остальные позиции по 100. Угу. И вот снизу у вас расскажите, что там. Лагман жареный, также повар делает эти спагетти самодельно, сам их делает. И здесь добавлены овощи и вот такие вот большие кусочки говядины. Это блюдо называется из узбекской кухни «Джигар». Это печень говяжья с луком, со специями. Узбекское блюдо. Очень вкусное. Советую попробовать. Здесь у нас куриные сердечки и печень с луком. Это все тушится. Очень вкусное. Советую попробовать. Плов из говядины. Настоящий узбекский. По ценам надо бы сразу еще. Плов у нас 200 грамм, 140 рублей. Сердечки куриные 100 рублей за 100 грамм, джигар то же самое 100 рублей за 100 грамм, лагман жареный 100 рублей за 100 грамм, пельмени, они у нас идут в завтраке, 120 рублей за порцию, порция 150 грамм, омлетик у нас 100 рублей за порцию, порция это вот такой вот кусочек. Это картофель с грибами запеченные, картофель с грибами у нас 100 рублей за 100 грамм, рататуй, овощи. Запекаются со специями, очень вкусно получается, с уксусом чуть-чуть добавляем. Рататуй у нас стоит 90 рублей за 100 грамм. Здесь у нас находится гуляш из говядины, 100 рублей за порцию. Это тефтельки. Тефтельки идут две в порции, мясо здесь свинина, говядина. Они стоят 100 рублей за порцию. Это у нас поджарка со свинины, 110 рублей за порцию. Фрикасе из курицы, курочка в сливочном соусе. Она стоит 90 рублей за порцию. Купаты куриные, они у нас идут по весу 80 рублей за 100 грамм. Одна колбаска примерно выходит на 100 грамм, то есть вот такой вот кусочек 80 рублей. Голубцы, долма. Долма у нас поштучно 50 рублей штучка. Мясо здесь идет говядина. Тоже повар узбекской кухни делает. Это голубцы. Два штучки в порции, 150 грамм, 150 рублей. Мясо свинина, говядина. Блинчики. Блинчики у нас здесь джем, творог и сгущенка вареная. И вот эти без начинки, три штучки в порции. Все блинчики по 40 рублей. Здесь порция 40, три штучки, а здесь по штучке 40 рублей. Творожная запеканка 100 рублей стоит. Панкейки у нас 70 рублей за порцию, порция 2 штучки. Сырнички 90 рублей за порцию, порция 2 штучки. Вот эти что за блинчики? Это блинчики со сгущенкой вареной, 40 рублей за штучку. А это с творогом, тоже 40 рублей. Снизу еще гарнирчики пошли. Гарнирчики, смотрите, это наггетсы куриные с филе, очень вкусные. Здесь не бывают наггетсы, которые из мяса перебитого, и они невкусные. А здесь целый кусочек филе. Это у нас фришечка идет.
крышечка хрустящая. Если хотите, могу дать попробовать. Ну, пока нет, у меня руки заняты. Попробуем. Капуста тушеная. Здесь у нас овощи по-кавказски. Болгарский перчик, помидорчик, кабачок и баклажан. Все это со специями под сырной корочкой. Это овощи на пару. Брокколи, капуста цветная, перчик болгарский и морковочка. Все полезное, все на пару, без специй, без соли. Для диабетиков подойдет, для многих людей, кто на диете, и здоровое питание. Ну и гарниры у нас пошли. Макароны 50 рублей, спагетти 60 рублей, рис 60 рублей, гречка 60 рублей. Картофельное пюре у нас будет 200 грамм, 70 рублей за порцию. Яйцо почем? Яйцо 20 рублей, отварное. Так, ну можно повернуться сюда к сладостям, и тут я прям... Тортики, самая лучшая наша сладость. Тортики. Ценовая политика от 100 до 125. Вот такие малыши прикольные смешарики по 50 рублей штучка. Так, в принципе, очень красиво, но напитки, так, чайная станция. В ассортименте появятся донаты, очень вкусные. Ага. А первые блюда мы что-то как-то вообще пустили. Да? А то я думаю, что сейчас нам на первом? Идет завтрак. Ага. Обед у нас начинается с 12, и в 12 у нас будет по обедам борщ, солянка, харчо, лапша по-казачьи, лапша по-домашнему. Лапша по-домашнему, я думаю, все знают по-казачьи, чем отличается. Туда добавляется болгарский перчик, помидорчик, яйцо. Далее у нас идет рассольник, суп гороховый, суп с фрикадельками. Суп грибной у нас постный и без сливок, то есть очень вкусный супчик. Мы единственные такие на проезде с супчиком постным. Уха из морской рыбы и окрошечка на кефире. Также у нас из первых блюд это узбекская кухня, шурпа из говядины, шурпа из баранины, махара из говядины и лагман из говядины. По салатикам у нас салатик овощной, салат капуста, капуста по-грузински, в простонародье можно говорить пелюстка. Вот это салат шпинат с яйцом, морковь по-корейски, салат греческий. По ценам у нас капуста 60 рублей, салат овощной 70 рублей, капуста по-грузински 80 рублей, морковь по-корейски 70 рублей. Греческий у нас 140 рублей за порцию. Большой молодец. Я думаю, что вам понравилось. Да, услышите, давайте чего-нибудь попробуем. Помещение можно увидеть, ребята, большое, просторное. Мы все сделали. Современное, все решили построить для наших гостей, чтобы они чувствовали себя очень комфортно. Поменяли стульчики, теперь они очень удобно сидят. Максим прям немножко растерялся, тут девочек на него куча налетело. Я буду узбекскую кухню, потому что я обожаю. Друзья, по ценам пробежимся. Самса 100 рублей, рататуй овощи вот, примерно 180 рублей за 200 грамм, долма по 50 рублей штучка, рулет куриный у Максима за 200 рублей, лагман у него 180 рублей, краб. Ой, салат за 90, компот 30 рублей и шурпа у нас, вот они, две штучки. Вот смотрите, как красиво, кстати, смотрится с говядиной. Какой огромный кусок мяса. У него точно так же, у него даже там два куска мяса. И у меня два. Я ошибся, ребята, по 130 рублей. Как тебе жареный лагман? Отлично. Отлично. Это лучшее, что звучит с того, как говорят, отлично. Не вкусно, отлично. Друзья, пробую лагманчик. Я вам хочу сказать, что очень. Помните, мы с Анатолием готовили. Вкус не то, что не отличается. Я вот сейчас первую ложку взял, прям такой вау-эффект. Вау. Очень нежный. Подожди, я не думал, что я так долго буду пробовать лагман с говядиной. Мясо. Ребята, это один из вкуснейших лагманов, который я ел. Я клянусь, вот просто отвечаю. Что-то у нас в кухне происходит. Раньше приходишь в столовую, начинаешь, ну, как обычно. Вчера мы китайскую кухню пробовали. Я был в бешеном восторге. Сегодня я в бешеном восторге, честно. Знаете, самое смешное, что только это шурпа, а не лагман. Юра в восторге настолько, что прям... Как мне сказали, долма готовит тот же самый ашпас повар. Пробуем. Очень вкусно.
Короче, я влюбился в этого повара. И бывают разные, то есть вкусовые характеристики, но тут ты ешь из него, прям смотрите, то есть на тарелке не было сока, сколько сока. Бум. Я даже остановиться не могу. Приятного аппетита. Даже немножечко хочется разочароваться. Самса, ребят. Нет. Она очень вкусная. Спасибо повару, который занимается здесь приготовлением узбекской кухни. Вы капитальный красавчик. Прям низкий поклон. У нас, к сожалению, очень мало заведений с узбекской кухни, которые можно посетить, а я ее очень люблю. У меня есть Анатолий, есть море плова, и я теперь могу прямо душе рекомендовать вот эту столовую, потому что здесь, если вы хотите прям кайфануть, приходите, попробуйте узбекскую кухню в этом месте. Максим сейчас дегустирует как раз таки куриный рулет и овощи сате. Как тебе, Максим? Отлично. Отлично. Вот это ты благословил. Ну, шопо. Отлично. Тебе понравилось? Очень. Рулет? Хорош тоже. Овощи? Овощи тоже замечательно. Ну, нареканий нету вообще. Осталось последнее блюдо, которое я не попробовал, это овощи. Это не как овощи мангала, ребята, отличие вообще кардинальное. Они такие припущенно пропущенные немножечко, при этом подкрустывают и очень вкусные специи. Блюдо тоже в зачет, однозначный лайк. После такой еды еще можно спросить вас, что тут еще и море есть. Столовую благодарим, очень вкусно, обслуживание. Общение, рассказ. Вот все бы столовые приглашали и вот так бы про себя рассказали, и все люди бы знали, что там и как. Тебе вот понравилось, да? То есть ты впервые, наверное, тоже такое сам увидел, когда прям девочка, все. Все четенько, все по полочкам. Я хочу напомнить, что я не беру финансовых средств за обзор заведений. Если нас угощают, когда приглашают, за это им спасибо. Здесь нас угостили, мы благодарим. Работа, как говорится, за еду. Надеюсь, что вам будет полезно. И надеюсь, что услышим в комментариях ваши отзывы о том, как вы ели, допустим, здесь в прошлом году. А дальше идем на море. Со стола также не надо убирать. Девочки придут, все уберут, делают красиво. То есть это на самом деле прям очень удобно. Особенно как на Максима, мне его жалко смотреть. После того, как он все съел, говорит, я больше не могу двигаться. Тут бы кроваточку еще рядышком поставить и полный сервис. Мы продолжаем нашу прогулочку и посмотрим, что здесь еще есть интересно. Во-первых, пока мы ели, людей стало еще больше. Вот, несмотря даже на погоду. Хотя что погода? Погода, как говорится, любая благодать, и она нам очень нравится. Самое главное, настроение сохранять великолепное. Здрасте! Поближе. Ну, я думаю, вас не узнают в одежде, ребята. Вот прям вот не смогут. Разденемся. В этом году это надо было, знаешь, что брать эти? Трусы просто с мехом. Чтоб теплее было. Не сейчас, попозже. Расскажите кто-нибудь по ценам, что почем у вашего магазина. Что вам рассказать? Все полностью, вот начинай, погнали. Овощи по 70 рублей все килограмм. Горох у нас 150 свежемолочный, помидоры 120, яблоко 100, виноград 200, вот 200, 200, 150, клубника 200. Угу. Абрикосы? Клубника шикарная, черешня вообще бомбовская. Нектарина абрикос греческий, угу. По 180 рублей. Отлично. Сначала арбузы? Армянский сникетс вообще шикарный, по 60 рублей. Арбуз Узбекистан стоит 70 рублей килограмм. Ага. И дыня? Дыня тоже узбекская, 150 килограмм. Пустая витрина почем? Не пустая, здесь будет море продуктов, все свежее. У нас открылся новая точка пивнушка. Подожди, в прошлом году же было. Заходите, да. Как приедете, заходите к нам обязательно. Все свежее. Отлично. Вот так, цены, вот, кстати, изменились, нет, по цене в прошлом году? Нет, так. То есть ничего не подорожало? Ни в коем случае. Вот, видите, везде. Мы работаем всегда по одной цене, чтобы людям было приятно. Это классно. Ребят, хорошая работа, спасибо. Спасибо, приезжайте. Видите, у нас тут вот все точки, фрукты, овощи, на которых уже много лет работают ребята. Вас будут рады видеть, слышать и показывать. Здесь вот ремешочки продают. Здравствуйте. Я вот с таким вот ремешком прям очень долгое время отходил. Очень классные кожаные изделия. Рюкзаки, портмоне, ребята. Делают, тоже постоянно торгуют, каждый год одни и те же лица, это очень приятно. Здесь находится фея один, ребятки. И с левой стороны постоянно
Астан-отель просит мои подписчики показывать. Показываем. О, а тут кормят голодных рыб. Прикольно. И самое интересное, что не боится. Маленький такой сидит. Здравствуйте. Представьтесь. Мы из Челябинска. РБДЖ. Полина. Полина, Елена и Александр. Отлично. Где на GMAT остановились? В Уральских самоцветах. Ага. А почему на этот проход пошли? Столовые просто здесь любят. Ага. Вкусная полянка вон та вот. Вкусная Б-52. Понял. Сегодня мы вот только что, могу советовать, вот столовая открылась, ребята, вчера только открытие сделали. А вот, вот с левой стороны. Мы только что из нее, там лагман, это что-то с чем-то. Не лагман, я шурпу ел. Прошу, лагман, он жареный ел. Шурпа, это просто восхитительно. Я попробовал и долма. Ну, короче, мы сейчас вот туда идем, я под впечатлением. Да. Ну, спасибо, зайдем в обед. Как вам отдыхается? Отлично. Отлично, только море прохладно. Прохладно? Сильно? Не купаетесь? Нет, один раз купались. А дельфинов видели? Да, да, вчера. О, это вообще самое главное. Спасибо, что глядите. Хорошего вам отдыха. И советую столовую. Сходите, попробуйте. Почему? Это просто вы меня не видите. И тут тоже, ребята, уже все выставили. Все великолепно, все работает. Красотища. И происходит бизнес. Парнища в трусах за хлебушком зашел. Это прям прикольно. Столовые я здесь в этом году уже все снимал, кроме той, которую мы сегодня были. Может быть, еще в юбилейный не ходил, но она вот только-только открывается. Здесь столовая поляночка работает. Мы уже подходим к морю, друзья. Так тут все близко, так тут все классно. Новая столовая тоже есть в этом году, свежий обзор на нее. Смотрите, все есть в одном видео про GMAT. Все столовые сразу. Здесь морской бриз. Гостевой дом. И здесь еще «Мама Мия» будет столовая. Ребята заканчивают. То есть это сетевая у нас в Анапе тоже. Заходит прямо на самом пляже. О, тоже, пожалуйста, перед морем люди кушают. Бизнеса здесь прям предостаточно. Пишите свои любимые места, где вам что нравится, будет интересно. Здесь, смотрите, уложили дорожки, поставили перекрытие, поставили попкорн, сладкую вату, всякие вкусняшки. Ну, а здесь запускают уже зону отдыха. Магазин продукта работает, пиво, соки, воды и зона отдыха. Есть размещение, можно где посидеть. В прошлом году были только пуфики, в этом году уже вот по-другому говорят. Музычка. В общем, красотища, ребятки. Здравствуйте, GMAT. Я думаю, от музыки прятаться уже бесполезно. Здесь везде она звучит в больших объемах. Туалет. 30, душ 50, мой конок 10 рублей. Выходим на пляжике. Добрый день. Тут навесы стоят с лежачками. Есть переодевалочки, мусорки. Все, что только вам может понадобиться, дорогие мои друзья. И людей предостаточно. Но самое главное, я думаю, что для каждого из вас это, конечно же, будет чистое морешко. Не повезло немножко Витязева на пляже, там выпросил водоросли. И так как не было никаких южаков, вот только первый сегодня легенький приходит, можем его увидеть. Будет движение воды, и там водоросли начнут мигрировать. Ну, а так люди на отдыхе получают максимум удовольствия. Здравствуйте. Здравствуйте. Ваши подписчики. Маши, Петюня, здравствуйте. Добрый день. Как вас зовут? Представьтесь. Дмитрий. Откуда вы? Мы Камень-Шахтинский, Ростовская область. Очень любим. А тебя как зовут? Меня Даша. Мы ваши подписчики. Очень круто. Как вам отдыхается здесь? Отлично. Ну, неплохо. Погода немножко подводит. Вчера приехали, но мы на праздник. Слушайте, ненадолго. Прогноз прям печальный на самом деле. Но все равно же вот получается искупаться тепло, хорошо? Ну да, да, да. Это самое главное. Привет, может, Ростовской области. Привет всей Ростовской области. Подписывайтесь на Юрия, очень хороший парень. Спасибо большое. Хорошего вам отдыха. Спасибо. Ну что, как тебе водичка? Как только что мы купались в Анапе, да? Ну видишь, ветер появился, южак включился. Это южный? Да, это южный ветер. Я единственное, вот не смог узнать, почем здесь сейчас стоят лежачки, но мы сейчас спросим. Фотографировать. Да, сейчас, секундочку, без проблем. Смотрите, 25,2 температура воздуха у моря. Сейчас Максиму даем градусник, пока сфоткаю, скажу, узнаю, почем лежаки, и узнаем у него температуру. Это наши люди. Спасибо. Спасибо. Не,
Так, Мишечки спросил, здесь по 300 рублей снять их на день. Прямо здесь и сейчас с вами наблюдаем море и 22,8. Ветер начал пригонять водичку теплую. В общем, красота, друзья. Не хватает только вас на этом великолепном отдыхе. Нам очень нужен трансфер до машины обратно, да? Я вот еще думаю, может быть, сгоняем куда-нибудь сегодня на открытие, допустим, Аристов. Ну, я думаю, что трансляцию, если она была, вы увидели раньше. И дай бог, чтобы дождя не было. Потому что на 2 часа, то есть через пару часов, стоит дождик. Морюшка великолепная. Людей сегодня предостаточно. Цены, в принципе, хорошие. Не хватает только вас на нашем море. Приезжайте. С вами был Юрий Азаровский. Максим, привет вам, Черноморский. И не забывайте, что самое главное, ваш лайк, хорошее настроение в комментариях и репост для ваших друзей. Также жду вас ВКонтакте. Подпишитесь на группу с галочкой Юрий Азаровский. Участвуйте в Телеграме в наших розыгрышах. Мы надеемся, что сможем вам привнести какие-то подарки. Вчера отдал маечку. Потихонечку ждут шашлычки и чебуреки своих хозяев. Ну и пишите, что бы вы хотели еще получить в розыгрыше, потому что возможности мои, ну, практически безграничны. На любые услуги, которые есть у нас в Витязево, Анапе, мы можем договориться и для вас это все предоставить. В общем, ребят, крепко обнимаю и всех в Анапу приглашаю. Всем пока. Пока.